Приветствую, друзья! Представляю вашему вниманию игру «Ракета». Вход всего-навсего 2000 рублей, а на выходе вы получаете в 3 раза больше – 6000 рублей. Давайте рассмотрим, как это работает. Допустим, на выплате у нас стоит Маша, которая должна получить 6000 рублей от приглашенных людей, либо от тех людей, которые делают реинвест. Петя платит Маше 2000 рублей. Вася платит Маше 2000 рублей. Маша уже получает 4000 рублей от Пети и Васи. И третья выплата, которая должна идти Маше, она будет в работе. У нас обязательный реинвест. То есть она идет не Маше, а она идет Пете. Тем самым Маша проплачивает третьей выплатой за 2000 свой реинвест и встает опять в список. Теоретически она ее получает, но этой выплатой она проплачивает себе реинвест и встает в конец очереди. Вот сюда. То есть 2000 с третьей выплаты постоянно в работе, а вы платите всего один раз. Со списком далее происходит то же самое. Следующий человек уже платит Пете. Петя получает одну выплату, вторую выплату, и третья у нас уходит на реинвест. Петя становится в конец очереди и так далее. Игра будет работать долго за счет постоянных реинвестов и за счет притока новых людей. Если у вас остались вопросы, задавайте мне в личке. И всем больших заработков. Пока-пока.